где тоже был собран из представителей образовательных учреждений, рабочей молодежи и так далее. Был избран председатель данного молодежного совета. Сначала, конечно, была активность очень высокая данного совета, два года назад. Потом данный председатель сложил в себя полномочия, не проработав и полгода. Потом вот тут Евгения Новикова, заместитель данного председателя, взяла в свои руки работу совета. Наши школьники защитили 4 проекта, подготовили федерального уровня от молодежного совета на более 100 тысяч рублей. Участвовали в молодежном форуме в Красноярский край, мы ездили, город Красноярск. Организовывали 9 мая, то есть полностью принимали участие все и школьники, и студенты, и работники, и работающая молодежь. И день реки Чулым организации проведения, субботник проводили, организовали аллею, посадили деревья молодежным советом и администрацией города. Участвуем в КВНах как в роли жюри, как в роли волонтеров, как и в роли самих участников наших КВНах. Да, очень много школьников сейчас готовятся к нашим ЕГЭ, и спала активность именно школьников, и мы собираемся организовывать обратно перевыборы и добор в нашу команду. Ну, как бы все. Можно сразу вопрос тогда? Скажите, сколько мероприятий индивидуально провели вы советом? И какое количество мероприятий приняли участие в других? Это понятно, вот те мероприятия, которые вы озвучиваете, вы принимали участие, мне кажется, а самостоятельно сколько провели и какие? Вот прям конкретно вы. 4 проекта были защищены школьниками. Первый проект – это организация прием граждан по личным вопросам, то есть создание коробки жалоб и приглашений. Да, общественное создание, общественное приемное. То есть Бригантина нас обучила, как это все делать, то есть дала правовые какие-то нормы и правила, дала акты, и молодежный совет организовал свой прием перед приемом информационного сообщения. Именно в технику мы поставили ящики. Далее мы защитили грант на именно то, что атрибутика именно молодежного совета. Сделали свой герб, внесли изменения в устав нашего молодежного совета. Инициатива какая-то ваша, самостоятельное мероприятие, что-то проводится или нет? Или только вот все, что в рамках молодежной политики? Инициатива в плане конкретно что именно? Ну вот как идеи какие-то? Ваши мероприятия, которые вы проинициировали, и, грубо говоря, молодежный центр к вам подключился, чтобы вам помочь их провести. И в большей степени организовываем все вместе мероприятия и подключаем именно как общественное мнение со среды молодежной среды. Допустим, тоже активно приняли участие в молодежный совет по вопросу молодых граждан, по выбору общественных Самостоятельно. В прошлом году.